Привет всем, с вами Apple Explosions, и сегодня я вам расскажу о приложении Passbook. Само приложение появилось в iOS 6, оно позволяет вам хранить дисконтные карты и билеты. Когда мы первый раз заходим в Passbook, оно не работает. Работает только кнопка App Store. Нажав на нее, вас перекидывает в App Store и показывает те приложения, которые работают с пасбуком. Ну, вот. Для того, чтобы заставить работать пасбук, вам надо перейти по сайту passsource.com, ссылку на которую я дам в описании, нажать с iDevice, именно из Safari, нажать кнопку Create и выбрать ту карту, которую вам надо. Допустим, выберем купон. Вот тут в настройках ввести данные вашей карты и нажать кнопку Create. Вот наш купон. Нажимаем добавить, и он отправляется в Passbook. Теперь мы с вами переходим в Passbook. Как видим, моментально появилась наша скидочный купон наш. Тут находится QR-код. Также вы можете пересмотреть информацию. И вот таким красивым движением обновляется страничка, как появилась в iOS 6 в почте. Также она обновляется и в Passbook. Ну, теперь для того, чтобы показать, как перемещаться между этими картами, мы создадим еще одну карту. Допустим, Store Card. Также опять вводим информацию о вашей карте. И нажимаем кнопку Create. Вот наша карта. Добавить. Все. Теперь и эта карта в пасбуке. Заходим. Теперь у нас две карты. Чтобы перемещиться между нами, надо вот так вот потянуть, и они будут перемещаться. Или же нажать на саму карту. Кстати, информация сделана в таком же фоне, что и карта. И, кстати, обновление тоже. Это очень прикольно. А теперь я вам покажу, с какой анимацией удаляются все карты. Нажимаем удалить, и вот так удаляются все карты. Спасибо за внимание, я думаю, вам это видео помогло. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и на нашу группу ВКонтакте. С вами был Apple Explosions, всем пока!